Дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Лесной. Сегодня поистине летний день, но за прошедшие 2 недели это было не всегда. Потому что последнее видео прошло примерно около 2 недель. За это время шли у нас дожди. Шли дожди практически по всей Удмуртской республике. У нас они практически не прекращались. За это время произошло довольно многого, но посмотрим, как что. Сейчас направляюсь на избу, посмотреть, что вообще стало, не съехал ли сруб куда-то. Вот тут такой тенек. Тут красивое живописное место сейчас было. Вот здесь вот. Погода сегодня у нас великолепная. Наконец-то первый день вышло солнце и нету дождя. Что-то я не вижу моей избушки. Либо так сильно заросло. Так. А нет, вот и сама избушка. Сейчас подойдем, друзья. Ну вот, примерно как-то так. Я вам не показывал тогда, когда это делал, начинал. Вот так она у меня получилась, она немного съехала, видимо. Скорее всего. Ну так-то в целом неплохо, здесь даже отдается какое-никакое эхо. Вот вода набирается. Здесь воды не было. И вот за все, когда лил дождь, он был. Хотя вот так вот стояла бутылка. Но тоже какая-никакая вода для мытья рук. Вот здесь то ли испарялась, то ли кто-то приходил, я не знаю. Возможно, приходили, но испаряться оно было не должно. Да, довольно сегодня жарко. Но это и хорошо, то что всю неделю стоял дождь, и было градусов 15-10, иногда 20. Сегодня около 25. Но только в лесу комары надоедают. Хотя я обрызгался, но все равно. Вот. Сейчас покажу вам поближе микрофон. Друзья, вот такой вот микрофон. Сейчас он у меня лежит. Сам микрофон и приемник лежат. Сейчас записываю на сам телефон. Они легкие, небольшие. У них есть свой чехол маленький. То есть пока удобно, пока компактно. И вроде бы не мешается. Давайте посмотрим, как он ловит. Отхожу сейчас, не знаю, на сколько метров. Пройдусь, думаю. Лес начинает оживать от дождей, от всего. Ну, посмотрим. Сейчас я ушел, не знаю, на сколько метров. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Около, получается, я сейчас прошелся около 21 метра и, не знаю, ловило, не ловило, на шкале у меня здесь на приложении показывает, что ловит. Я уже буду выходить из леса, потому что меня искусали уже насекомые, мошки, комары. Надо будет еще осмотреться от клещей. Вот. И пойти домой. Проверил я микрофон. Проверил я свою избушку, как с ней как она поживает у нас уже 2 недели. Я выбрал очень плохой сейчас плохое место, где иду, потому что здесь вся тропинка затоплена, а я в кроссовках. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, кому понравилось видео, писать комментарии по поводу видео доработок земли, доработок избушки уже, и различные другие комментарии, которые помогают моему каналу развиваться, ведь каждый комментарий, каждый лайк очень дорог для моего канала, так как время сейчас не такое уж спокойное, как раньше. На втором канале даже у меня набирались очень большие 1000 просмотров, лайков, а сейчас такого нету, друзья. Ой, всем пока.